Нагогрыз взял мага, и Нагогрыз взял волчка. Вильгельма Чейни. Ну да, да, которая, которая внуков ждет, ждет, а я вот такой вот не делающий. Интересно, кто выиграл монетку. Ну вот. Я, я, я закрыл стрим Диамеда, не увидел, ну да и ладно. Блин, даже сложный выбор, кого выпускать-то. Тут такие все сочные ребята. Все рабы как-то немножко прокачаны. Надо фалить, в общем, козликов. В идеале. Надо ломать козлов. Ну вот. Да нет, Дон Кихот, я решил все. Я, я, я теперь, как это сказать-то... Никого искать не собираюсь. Я как-нибудь это. Как-то выразиться правильнее -то. Жизнь отшельника собираюсь вести теперь. Тебя не нужны, да? да. Я, я лучше буду тратить свое свободное время на... Как-то говорится, -то, на всякие пасфайнеры или еще на что-нибудь подобное. Вот. Я не уверен, что ногогрызу на стоило начинать в... в дефе, если он выиграл монетку. Но посмотрим, не знаю. Все вы все сразу, все свели к канонизму. Вот. У, вас, у вас все всегда на одну тему, пачаны. Так, пятку спрятали, реролл спрятали, кик спрятали. Нормас, поехали. Да, действительно смешная Овердрайв Мэн. По-своему. Ну, не зря, понимаешь, там столько любителей пошутить на тему того, что лига называется АС. Там, там каждый, каждый по-своему шутит. Вот. Диаметр что же, в общем, конечно, не такая шутеха, не связанная с АСами, но ирония над стилем команды вполне приличная вот. Монетку на Гагрыс выиграл. Ну, пон... я почему-то не удивлен. Ну, понимаете, что вампиры посильнее в дефе, просто, мне кажется, из всех команд Нургли одна из лучших команд по контр-игре э, к вампирам в плане их сильных сторон. Вот. Ну, она называется Coach Association, короче. Ну да, там типа SSE. Сейчас я могу сказать точнее, чтобы не соврать. Э -э нет. Сейчас я скажу. ББЕ -E Sport Association. Или что-то типа того. Нурглей просто специализируется на контре игры оппоненту порой без своей игры. Не, ну почему? У хороших Нурглей есть своя игра. Она очень простая, понятная. Я могу ее сформулировать без бутылки. Если коротко, Нурглеи убивают. И, в общем-то говоря, правильно делают. Не все могут освоить это мастерство в нужной мере, Я, правда, опять же, мне не нравится команда Диамеда, потому что она такая не тру Нурглицкая, вот, Не по ладерным, не, не по школе пупка. Вот. Ну, я просто вспоминаю в своем чемпионском сезоне Рейвен, когда я попал э, на э, топового тренера Элиода на Нурглях. А у него не было МБ Клавсы много, и я его переехал андедами, там, делая миллиарды минусов. На кого поставил? Ну, абсолютно бесшансовая игра для многогрыза. Я уверен, что Диамет. К сожалению, я, я искренне болею за многогрыза, но я абсолютно уверен, что он проиграет. Притом, скажу больше, в основное время. Стадион на алтарь нафла. Ну, нормальный минус первый. По школе пупка Дио остался бы еще покачаться. Ну, слушай, я хотя троллил постоянно пупка, но все-таки как бы на ХД и на Нурглях действительно есть смысл играть по 50-60 игр. Правда, нужно руки иметь прямые. Вот Тимберс сыграл свои 60 игр, вышел и отлетел от Сергула. А я вам скажу больше, ребята. Сергул с этими 850 хуманами прошел уже дальше. То есть он уже в четвертьфинале. Я охренел, конечно. Я не смотрел ту игру, но знаю. Ну вот. Просто, вот, например, когда Пупок на хаосе решил поиграть в дополнительные игры, это было такой себе затеей, потому что хаос как бы... Намного более хрупкий, чем ХД или Нургли. У ну, Нургли тоже бывает разное, конечно. Нургли, в общем, лучше всего. Нургли просто еще хороши тем, что выходишь играть эти, допустим, лишние 20 игр. Или лишние 15 игр. И у тебя из этих лишних 15 игр, 10 игр будет э, около халявных. Еще с кучей ливов. Вот. В этом плане ХД и Нургли сильные. Это вот на каких-нибудь там других командах, типа, я не знаю, там... Дедов, некров или что-то подобное вряд ли будут ливать. Придется сидеть и потеть, как скотиня. Вот. Это тоскливо. Думал над тем подходить, не подходить. По-моему, было очевидно, что для стиля Диаметра. Я бы подошел, диаметр не подойдет, потому что это диаметр. Там можно было подойти ради трех кубов, и было бы тяжело выковырить силового. Но Дио очень осторожный парень. Вот. Этим можно пользоваться. Вообще мячик упал крайне неудачно. Честно говоря. В том плане, что это ГФИ, там еще МАК. там еще край поля. Это очень хорошее падение для Многогрыза, вот. Много-много грыза. Но Дио-зверя ди надо бы пора уже перетаскивать ближе к Мишу, вот. А может, стоит, например, блицануть слева и закрыться, как бы, и тра-та-та-та-та. Я понимаю логику Дио, но мне кажется, он многовато боится. No болс. No balls. No balls. А еще момент, ну вообще, ладно, понятно, Дио боится, у него такл один. Вот это, кстати, я имею в виду, а один а боевой такл, уточним. То есть тот такл сверху, это такл, который носит мяч. Это защитный такл. А атакующий такл один, и он там вот как бы... Ну, Дио... Мне, честно говоря, очень не нравится прикрытие мяча. Серьезно. Я понимаю, что там далеко, но Дио что-то как-то совсем не верит в мага. Я честно скажу, вот это... Как бы, Дио, ты уверен? Дио, ты в порядке? Ты в порядке? Дио! Извините. The uh, в общем, я не уверен, что стоит так играть. Шурхенды, две головы, блок и такл? Это нормальный набор, на самом деле. Там просто для полного счастья не хватает... Э, э, либо... Ну, это, скажем так, это более защитный навык против игры со всякими вонючими вудами. Вот. И там вообще всякими эльфами. Не, это более-менее стандартный Нисун просто. Был бы додж, не было бы двух голов. А некоторые берут доп. руку вместо... Вот, вот как бы, ну, берут после крепких рук. Вот так вот. Да Джанни. О! Вот сета... Ну, понимающий человек. Я тоже только что сказал. Я правда предпочитаю. Ну, щ... сейчас мне кажется, что идея Диамеда, кстати, хорошая. То есть раньше, давным-давно-давным-давно-давным-давно, я играл по-другому совсем. Я смотрю, вампир Убиватор вышел на тропу войны. И он как бы работает. А как бы одио-то может и пофалить. У него пятки нет. Но есть просто линейка, и линейка пофалит. Как бы она могет Нагогрыс очень смелый. Вот. А насчет этого терлим бомбом. бом Насчет Нурглей, вот у меня был космический крутой козел по имени пивоварища. Вот, и у него была такая связка. У него были крепкие руки, блок, додж, доп-рука и большая рука. То есть это, грубо говоря, был козел, который всегда поднимал на 2 ⁇ имел крепкие руки и блодж. Он был королем контроля меча. И он очень нелепо умер. Там его, по-моему, даже без МБ убили. Такое изредка бывает, обидно. По-моему, это было в игре с Сержиком, если мне не изменяет память или нет. Давно был, не помню. А, не, это было в игре с, с орками Стилхаммера, точно. Там, по... блин. То ли он на Джепа, он еще такое супер нелепое было, обидно. Хороший был дядька. Вот у меня в той команде было две болезни. Мне было очень обидно... А, нет, вру, три болезни. Мне было очень обидно за этого козла. Мне очень было обидно за козла Андрюшу Слипа. Вот. Мне очень было обидно. У меня был такой козел Андрюша Слип. Я очень долго его растил, и у него был такой набор навыков: блок, гард, такл, МБ. Он взял клавсу и сдох на следующем матче, как взял клавсу. Это было так обидно, блин, вот за Андрюшу просто душа болела, вот. И еще вот сам, самая обидная смерть была. Uh, это World Citar. У меня был такой воин, и он как раз в игре с Сержиком умер. Uh, вот. Это было обидно, конечно. это как раз было в вышке. И я почти сразу потерял вышки. Это был топовый воин. МБ, Клавса, Блок, Додж. Он был такой, как бы, крепко, крепко атакующий. Вот Ситара было жалко. Это плей-офф. Многогрыз рискнул, риск оправдался. Риск был в том, что надо пробить. Он пробил. Молодец. Это одна восьмая. Это одна восьмая. У меня есть одна интересная идея в голове сейчас. Какими кубиками? Ну, как бы если бы убил, было бы, конечно, повеселее. А так еще нормально, можно поиграть. А кусает ли вам пос волка? Нет. По-моему, нет. Нет, не кусает, не кусает. Он только, они только рабов, по-моему, сосут. Я сейчас кое-что гляну, ребятки. PC Playoff Shedulin. А, Фатун-то пропал, кстати. Там должна быть игра Поларапозита и Фатуна в Кола. И Фатун пропал вообще куда-то. То есть никто не знает, куда Фатун запропастился, что с ним случилось. Это очень странно, но как бы... Что поделает Десу? Тик. О, нашел. Сейчас. Может быть, может быть, Полар. Рейвен. Uh, вот. Uh, короче... А, ah, да, кстати, 850 хуманы обыграли завров. То есть 850 хуманы сначала выиграли у 2-300 нурглей, теперь они выиграли там, по 1800 завров. И они будут играть либо против Фатуна, либо против Полара Позита. Сергул, в общем, разогнался. Вот. А инвалиды, инвалиды, Рейвен. Их просто убили. Как вам розыгрыш? Очень рисковый, но получилось хорошо, э -э Рой... Если бы не пробился, там были бы проблемы. Ну, окей. Еще и со скаттером завезло, кстати. Вот. Сегодня, кстати, вечером. Я не буду это стримить. Может завтра посмотрю реплей. Сегодня вечером играет Crucifier против Demon Это кто-то из них мой следующий оппонент. Это типа Хаос против Хаос Дворфов. Сейчас я еще гляну, кстати, одну штуку. Так, эм. Так, э, спон-приз-рэн-рэнкингс, плей-офф-шедуля. Так. Андрюша и Якостуэй. Андрюша и Яковстуей, это э, выйдут на вот победителя этой пары. Это будет завтра, но веч вечерком опять. Ну, тебе надо, чтобы они поубивали друг друга. В идеале надо, чтобы Круцифайр разломал в щи команду Демон Теду, но дальше прошел Демон Тед. Потому что с ХД играть сложно, а Хаос попроще. Хаос мягче. Сильно мягче. На мяч пошел. Ну, это имеет смысл. Еще Гафей, конечно, Дио, давай. Тут это правильный ход. И гард вот... С... А, а я думал, сразу вот сюда встанет гардом. Ну, ладно. Ну, похоже на гипноз зверя, подборы и попытку уйти. В что-то издалека напоминающее закатное поле. Кстати, ребятки, а я сегодня удивился. Да, зверь дикий, я согласен. Очень напоминает дерево, очень напоминает дерево Непрухи, если кто помнит такие времена далекие. Вот. Что я сбился с мысли? А, вот. У нас как бы на третьем месте среди хуманов метанол. А знаете, кто топ-2 хуман сейчас в Ладдере? Айсрейн. Rain. Внезапно. Единственное, что подставлять агильного паренька не хочется. А, пойдет все-таки сначала... Нет, гипноз сюда, понятно. Это нормас. Ну, это не реролл. Это очевидный не реролл, но получилось обидно. Но тут вообще надо будет не самые простые действия делать. Так, хорошо. Реролл не потратился на додж от такла. Ой, это... Оу! Вот это обидные две единички выпали. А теперь опасно с подбором-то у края поля. То есть, если он не подбирает мячик, там, правда, прошка есть. Но может быть страшно. А ведь еще надо волком заехать и объяснить козлику, что он не прав. Диамет то может и отбиться, потому что... Да, тут еще... О, Профи! Профи, спасай! Ху! О! Это было страшно. Это было очень страшно, ребята. Это был просто идти колотить. Волк пошел кушать козлика. Повезло, но вообще было страшно опять. Хорошо, волк, ну не скушал, но так поднечку шаль, Опасно. Тут, видимо, надо опять идти на попытку гипноза вот этой дряни. Вот. Волчика, видимо, двинуть на одну клетку, но это не точно. И, видимо, доджить отсюда вставать. Наступать на лицо козлику... А, коз... козлику э, вот этому. То есть надо... надо Я бы гипнозил вот так вот отсюда. И вот этим бежал бы, вставал сюда и наступал на лицо сюда. Может быть, даже на клетку вверх подняться. Не знаю, надо посмотреть. сложный момент. Волк облизнул. Но ну, волк должен это делать. Профи имба. Профи имба. Два куба у Диамеда будут как бы... Если не изейшие, то... Несложные пока что. Взятка есть? Взятки нет, но тут выбора никакого нет. Надо фалить. Так. Профиа, спасай! Не спасла. Ди... Ну, не знаю, Дио очень прет. Дио так прет! Просто посмотрите на это, как бы сколько единиц на квадратный метр? Два гипноза, подбор и додж. То есть можно сказать, что Ногогрыз пофейлил вообще все. Тяжело сказать, что многогрыз не пофейлил. Это ужасно. Вот. нос Сатанус. Ну, профи один раз, ну, ну. Не, ну, все равно Ди Дио очень зашло. На мой взгляд, Дио несправедливо хорошо зашло. Ну, как бы, мне просто, честно говоря, мне не понравился розыгрыш Диомеда. Я считаю, что розыгрыш был отбитосный. Но, ну, как бы вот, похоже, что прощен. Ну, посмотрим. Но Гагрис, правда, тоже дал такого мага, примерно как Дарк в игре с Диамедом давал, только чуть менее отбитого. Вот. Игра в абанк волнительно, не в я бы не назвал в просто непростая. Ну, получилось обидненько, просто если бы многогресс не кину... кинул бы хотя бы половину этих единиц, а не четыре за раз, то Диамеду было бы очень тяжело. Но тут, конечно, дайсинг был такой, что, ну, кла классический дайсинг. Ну! Так, это не то. Как-то как не очень хорошо упал мяч. С другой стороны, агильному указлу. Аг... Псевдоагильному козлу надо кинуть два даджа. Не самых простых, но я не уверен, что ногогрыз доберется до мяча. Ну, слишком много было единиц. Грустно, грустно. Кстати, я только сейчас удивился. А, понятно. Там в первом раунде Дионисин отлетел от Андрюши. Но ну, это понятно, потому что дворфы, в общем-то говоря, так себе андедов должны выносить. Это норма. Я вот ББ удалил опять на этот раз. тра та 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 Ну, Человеч, если ты про проиграл как бы Огром, то проблем-то не в кубиках. Это шутка, конечно. А мне чё-то кажется, что здесь Диамеду был бы смысл поставить вот сюда воина на троих сразу. Я понимаю, что хочется как бы дырку освободить, но ну такое как бы не впечатляющее прикрытие. Тут три свободных игрока, четыре даже. Я понимаю, что очень хотелось освободить дырку, но ну такое. Мне не нравится. Ну, Диамет дайсит. Профессионально дайсит. Гагрыз будет тяжело сейчас что-то сделать. Ну, во-первых, Сатанос, тебе-то еще стоит просто научиться играть для начала. А песенка Кроты хомяки хорошая. Кроты хомяки. Вот крот, вот хомяк. Хрум, хрум, жмак, жмак, жмак. Толпы сборища кротов идут на базу хомяков. Будет битва, будет мясо. Толстые тела в экстазе. Хорошая песня, вообще супер. Это правильный гипноз. Вопрос прокатит ли. Ну я смотрю, у многогрызы сегодня прям хорошо по кубам, прям чувствуется. Диамеду даже ничего делать не надо. Сиди как бы ломай фейс и, и не парься. Вот. А ну, Сатанус, вообще зачем переживать об игре, если ты не умеешь играть? Ну, серьезно. Типичный Нургаль, да нет. Вот, ну, честно говоря, у вампиров что-то просто совсем все плохо. Это правильный мув. Обидно, конечно, продавать вам посы, но если играть на результат, надо ехать. И еще поставить вот этого дурачка вот сюда. Да, 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 это, это правильно. Ну, поганый результат, честно скажем, поганый. Но не самый поганый. Ну, надо искать скатер, видимо... Э -э ну, видимо, надо искать скатер. Чё греха таить? И жажда крови. Ну, какие же хорошие кубы прямо у Нагогрыза. Один один. Ну, здорово-то, как Нагогрызу играть эту игру, конечно. Ну, не знаю, но я говорил, что сегодня ощущение, что ни одного шанса. Серьезно, типа, с такими ДАЙсами, ну, я, честно, просто не понимаю, как бы, что делать многогрызу. Ну, без шуток, это супер абсолютно ДАЙСы в одну калитку. Вампиры просто сами по себе плохо играют, как бы с плохими ДАЙсами, но здесь это как-то уже в терминальной фазе. Тут, тут вот без всяких шуток, иронии, сарказмов, просто полный Крантевич. Не представляю, что должен сделать в этой ситуации, как бы, ногогрыз. Вот. Да ну, серьезно. Сейчас еще щупальца не отпустят, смотрите. Ну это... Я... Ну это... Что это за говно, серьезно? Ну столько единичек и фейлов. Это просто фантастика. Многогрыз стабильно заход кидает 4 единицы. Реально, это очень много. Это фантастика. Это, это ни хрена не норма, если честно. Гипноз. Да не, ну Диод, Диод должен забить в этом драйве. Времени до хрена, а многогрыза уже ни хрена. Ну это, ну, это смешно просто. Реально, пр просто дайсинг какой-то бесшансовый. Я не знаю, что тут делать. <плых> Ну, этот драйв просто должен был быть выигран с помощью мага, а вместо этого полный посос во всех смыслах. Это, это просто неинтересно. То есть диамеду ничего делать не надо от слова совсем. Вот. Hmm. Сейчас надо бы на месте Диамеда сказать что-нибудь типа, блин, так не везет, не уронил. Ну, что поделать на Гагресс? У ну, Диамеда, да, из Каттера, кстати, был совершенно абсолютно. Я просто за... я, кстати, не понял, почему Дио первым делом не вытолкнул с поля вампоса. Это странно. Мне не нравится порядок действий. Ну, наконец-то. Оба скаттера, да? Да тут пока все идет, в общем, честно говоря, очень плохо. Дио реально отыграл, на мой взгляд, очень ме... А, козлин без блока. Тьфу ты, а я чё-то даю. Да, ладно, окей. Я действительно забыл, что он без блока. Что он адбитосный. Сорян, да, это правда. Ммм. Я бы марчил рабиков и бил бы рабиков сейчас. Кстати, можно воина активировать сразу? Не, не тянуть особо. М -м -м ну ладно. Многогрыз отсюда не выковырит мяч, я уверен в этом. Сейчас будет пробой, спорим. Я вообще нисколько не сомневаюсь. Нет? Вау, странно. Да, спиритолог, я с тобой согласен. С Флами вообще что-то была такая игра, что у Дио э, вообще, в принципе, все получилось. Не знаю, у Дио какая-то сейчас очень хорошая серия игр в плане кубов. Да, если честно, вспомните игру с, э, в плей-оффе прошлого у Дио, там тоже заход был очень хороший, при том, что Сиброу выбрал, мягко говоря, довольно специфическую тактику, вот. М да. А почему пятисильный воин не... Э, не активирован? Подождите, что-то я упустил этот момент. Потому что диамет нуб, что ли? Или, или, или это, я, или это грубовато сказал? А, его загипнозили. А, его разгип... А, окей, извините, я отвлекся на секунду, а то мне там... Да, извините, мне написали просто. Окей. Эх. Хороший гипноз, значит, был в какой-то веке. Правда, уже поздно. Мне, мне тут ценные указания дают по поводу поездки в ад. Остало вот. а ли волчика поднимать? Вообще многогрыза осталось на поле. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Как-то уже, честно говоря... О, один, да! Да, один! Два плюс бросок. Один. Никогда такого не было. Да не, я, я понял, Ситар, сразу. Все, я понял. Это Нагагрыз планировал дать э, вот сюда гипноз и влететь в мяч э, в 1D. Ну, не знаю. На мой взгляд, можно было бы уже забить и фалить воина силового. Ну, как бы, окей. Как же все плохо. И жажда. Ну да, он как раз просто должен кинуть заход 4 единицы примерно. Это, это некая такая норма, как бы. Ну, такой влет был наивненький. Да, пока. Ну, драйв проигран в салат. Драйв проигран в салат. Так можно у него, блин, 4 замены. Можно фалить без фалилы. Я, я так расскажу по секрету. Для того, чтобы пофалить, не обязательно иметь фалилу. Вот. Да там понятно, что как бы все, все как обычно. Один, один, один. Это, это нормально на Гагресс. Матч такой. Мне кажется, что в этом матче ты, в принципе, можешь уже особо не сопротивляться. То есть, ну, сопротивляйся, старайся, но с такими дайсами Диамеду проиграть будет очень трудно. Вот. Самое смешное, что пока эм, вампиры лучше выносят себя с поля, чем это делают нургли. Ну вот. Смешно. С другой стороны, у Диамеда осталось-то, в общем, 4 хода. Мяч пора плавно тащить вперед. Мог стал ради одного куба в мячик. Ну, это был очень наивный один куб в мячик, но окей. Я имею в виду после траты ролла. После траты ролла это выглядело уже наивно. Ну, только у тебя не было встроенного рерол, потому что ты потратил до, пер... первый ролл на первый же дочь. поэтому как бы там, там уже все стало очень тоскливо, честно скажем. Тут, в принципе, весь матч можно описать одним словом «тоскливо». Вот. Не знаю, что тут можно посоветовать. Да не, слушай, спиритолог, там голд был простой, реально простой. Просто ногогрыз умудрился кинуть 4 единицы почти подряд. И вместо простого перекрытия и всего остального, то есть, ну, грубо говоря, Диамет прокинул идеальный ход с двумя ГФИ-зверем, а кинул 4 единицы на базовых действиях в виде там гипогипнозов, э подборов и всего остального. Просто это было два перекоса в разные стороны. Один кинул идеальный ход, другой кинул отвратительный ход. Нагогрыз был сразу план забить и еще поставить пару ходов. План хороший. Просто с такими дайсами тут уже дело не до планов. Здесь просто ну, заход такой. Посмотри, сколько реролов <rollof> уже потратил э э Диамед, и сколько реролов потратил на Гагрыс. Вот это первая трата Диамеда, и то на то, чтобы э попытаться выбить игрока. Но это смешно просто. Нет спиритолог, оно так, оно так не работает. Оно, оно так вообще не работает, иначе бы э, Пупок не был бы супер чемпионом Кола. Вот. И этот сезон Аданта в вышке. Ты смотрел спиритолог игры Аданта в вышке, где он думает по три минуты, чуть ли не по четыре со всеми паузами? Какой у него сезон? Я прям думаю, что если бы я был в вышке на месте Аданта с такими кубами, я бы уже прям только бы говорил бы матом. Вот. Шутка? Потом, как бы, самое смешное, что у Адамта, он первый матч Шустрили проиграл 1-0, потом проиграл Джону 2-0, потом проиграл Энфи 3-0. Если так продолжится, то следующий матч он проиграет 4-0, а играть он будет против... Сейчас я посмотрю, против Кинайта. Ну, кстати, вполне допускаю. Вполне допускаю. Мне Колян тут рассказал, что Вообще-то, как бы, некры хорошо играют с ХД, поэтому я вылечу в турнире, который этот... Как называется турнир-то? Блитспид! Вот. Пора бежать, да. Вообще, конечно... Раз, два, три... тяжело. Можно, можно просто порвать козлика подъесть. Ну, ладно. Молодец, родной. Но тут многогрызка... Не знаю, стоило ли отдавать последний реролл. Это было очень такое действие. Ну, ладно. Ладно. Брутал, да. Это хорошо. Не, не уверен, что спасет, но хорошо. Я, кстати, с Лока удивляюсь. Вот Лока не знаю, за что проклято в этом сезоне. Но вот у Лока смотришь, у него все матчи какие-то прям такие. То есть у Лока первый матч был против Энфи, который просто кидал божественные дайсы. Потом матч против э, Кощея, который имел скинков, которые вообще не ломались и кидал лучшие дайсы в жизни, наверное. А потом была игра против Кинайта, где Кинайт просто такой. А, ну дадим 4 пас... 4 плюс пас э, этому, как его называют, Голему! Убежим 4 плюс големом, поймаем и так далее. И все получится. Вот. А тут, Дверж, тебя что-то удивляет? Я вам, вот я вам обещаю. Просто выравнивание пойдет где-то на 12-й ход. 12-й, 13-й, самое крайнее 14-й ход. До этого момента Нагогрыза ждет только боль и унижение. Ну это матч такой. Тут, тут ничего добавить не надо. Это просто такой матч, где заход идет в одну сторону. Вот. Шанс на овертайм? безобидно, но если Диамет забьет, я не знаю, какие там шансы у многогрыза. Нургли, даже, Нургли легко дожимают такие ситуации, мне кажется. Ну, тем более Нургли, когда ты играешь нормально. Диамет будет играть нормально. 6-6. Ну, да, 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 да. да. И, и песик такой взвизгнул грустно под удар. Ну, не знаю, но это просто очень грустный матч. Серьезно, мне больше всего не нравится то, что здесь просто такой, ну, лютый дайсинг. То есть, ну, реально, одному все, другому ничего. 6-6 в 6-6 волка, а что ты хотел-то? Ты же играешь не со мной, там, не с Ситаром, там, ты с Диамедом играешь. Это, этого стоило ожидать. Вот. Ну, хорошо сказано, Рейвен. Ну, не знаю, она ну, просто реально такой, такой матч унылый выходит. Просто одному все, другому ничего. У меня почему-то очень напоминает матч Рика Реклеса против Круцка, где Рик там старался, что-то там прыгал, бегал, позиционно щемил. А Круцк бил, 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 и в итоге у Реклеса вся команда на скамейке. Все. Я просто в этом матче даже обсуждать-то особо нечего, потому что ну как бы все очень тоскливо. Я кстати очень часто замечаю, что вот когда играет э -э -э, Как это называется-то, сильная команда против слабой команды, сильные очень часто завозят прилично так. То есть, когда разница реально очень большая. Ну, использовать против Диамеда Диамедова фалы немножко наивно. Редко такое получается. Хотя была бы пятка, пробил бы. Диамеда не берут Диамедова фалы. Вот. Мне просто кажется, лучшее, что может делать многогресс, просто лежать и ждать уже. Ну ладно. Какой отвратительный зверь. Надеюсь, его убьют. Умрет на ГФ, не знаю. У ВЛГ 28к человек на стриме. А что за стрим? Да, ка ты меня заинтриговал. Все хайпишь? Не, меня на как заплатил и попросил постримить. Я бы сейчас лучше бы Диамеда бы послушал бы, но... Я джентльмен и как бы... И хороший работник месяца почти. а ну понятно почему господи ну я я не удивлен скажем так честно скажем мало у кого есть возможности проводить такие стримы спиритолог. особенно в ру сегменте так что здесь я как то не особо удивлен я думал там что нибудь интересное необычное какой то уль ультра эксклюзивный контент Дива дает шанс. Ну, шанс, конечно, говнище, скажем честно. То есть сейчас будет марка вот этой дряни, а многогрызу придется задоджить, дать гипноз и выбить мячик в 1D, желательно еще с хорошим скаттером. Звучит, честно говоря, ну не то чтобы наивно, но я в это не особо верю. Мне, кстати, кажется, что можно было бы нулевым сейчас пофалить... Ну, хотя, в принципе, ладно, не, ладно, пофиг. Там есть три вида перемещения, Рейвен. Есть портальная, есть вот ножками и еще какое-то. Просто портальная в основном используют, потому что у людей проблемы с координацией. Виу, 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 Профи. Виу, виу. Так, три плюс в мяч. Три плюс, четыре плюс, ребят. Давайте. Вперед, нога -грыз. Ну да, ну да. Пошел-ка я нахер. Очень тоскливо. Я, как говорят на стриме пупка в такие моменты, а можно уже по там, не? Кстати, теоретически можно дать три куба убиваторам по... по он диамет даст. Знаете, очень созревает впечатление, что сейчас будет три куба по вампосу. То есть мы подводим горда вот сюда, этого вот сюда и отсюда по ошам в три куба. Ну здесь тоже можно победы. Да. Потом, а потом диамету надо сказать, что кубы могли бы быть и получше. <laughs> Извините. Я, я просто... Я, 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 я не удержался. Вот. Не, ну вдруг Диамет кинет 1-1 на ГФИ. Я могу допустить такое. С трудом, правда, но, но могу. Вот. Ну, понятно. 4-4, 6-6. Ну, да, да, да. Аптека. Аптека спасла. Ну, как спасла? Типа, не стал рисковать. Это игра на победку от многогрыза, что, в принципе, правильно. Тут выбора нету, да. Тут либо ты играешь на, на победку, либо ты проигрываешь. Ну, опять же, тут, конечно, такой дайсинг от Диамеда, вообще ничего делать не надо. Я сегодня, кстати, посмеялся. Появилась новость, где был показан Первый, э, понятно, что реген не сработал бы, ну вот, э, показали первый скриншот Сталкера 2, вот. Честно говоря, я не понимаю людей, которые ждут Сталкер 2, вот. Я помню обещания, которые были к первому Сталкеру, из которых сбылось примерно ничего. А второго Сталкера, по-моему, дела еще тоскливее. Не знаешь, что же должен сделать нагогрыз в этом матче, чтобы вытащить его. Еще хотелось бы, чтобы вампирчик встал. Ну это так, мелочь приятная была бы. Есть же тарков, смешно, да. Смешно, смешно. А мне что-то захотелось, ребятки, купить себе. Э, как там называется-то консоль от Nintendo? Я забыл. У меня склероз, это нормально. Сейчас я скажу. Профи. Обидно. Ну, естественно, единица на профи. Свич, да. Привет, Грумберт. Но вы будете смеяться с того, э -э -э, на во что мне хочется поиграть на свече, ребята. У меня, кажется, мои вкусы весьма специфичны. Вот. Мне на свече хочется поиграть в э -э, Animal Crossing. Вот. Профи надо. А, профи-то нет. Ну, можно, можно и. Вообще можно было бы, наверное, и переролить, мне кажется. Ну, двоечка пойдет, да. Блок надо кушать. Точно не реролл, точно не пятку. Ну, у меня нет свеча, поэтому я ничего сказать не... Я, я его и не куплю пока, что уже денег нет. Но мне что-то понравилось описание и всякое такое. Клевая игра для аутистов. А я, я именно такой. Вот. Как же классно вампиры бьют лос. Прям фантастика. Посмотрите на кубы, какие у Нагогрызу. На каждого игрока требуется сделать примерно 150 разнообразных мувов, и то не выходит. Ну, кстати, надо фалить. Я понимаю, что как бы тоскливо, но с прицелом на доп. время надо фалить сейчас. Хотя, конечно, все очень плохо. Не, ну я, я говорю, мне Animal Crossing понравился по описанию, там, по обсуждению фишечек. Дизайн, конечно, такой, средненький, но пойдет, пойдет. Какие же классные у многогрыза кубы, просто супер. Странно, что не один-один, да, игра, и, игра создает интригу. Просто на моей памяти, единственное что у многогрыза получилось в этом драйве, это дать мага с пробоем. Ну конечно, колокола... Нужный колокол не встал. Господи, а можно пожалуйста интересный матч? Ну так, чисто ради разнообразия. Не вот это вот одноколиточное. Чет слов нет, одни шипящие. Вот. Мне, кстати, из роликов Half-Life а нового очень э, понравилось момент, когда на главную героиню напал хедкраб. Он летит, она поднимает стул, ловит хедкраба стулом и вместе со стулом выкидывает в окно. Э, вот почему-то вроде ничего такого невероятного. А у меня почему-то именно вот такие моменты вызывают ощущение, что вот... Если пресловутый Next Gen существует, то он должен выглядеть так. Среднеудачно? Среднеудачный Сетар? Ну, я как бы, я тебя понял, да. да. Экономика России, по-твоему, сейчас как? Среднеудачная? Так, чисто, чисто интересуюсь просто для, на будущее. Хочу понять глубину средней удачности. Вот. Так чис чисто поржать. Вот. Нет, ну я не говорю, что многогрыз уже проиграл эту игру. Просто я пока не очень понимаю, как он ее выиграет. Давайте я так скажу. Я его не демотивирую. Я буду рад и горд, если он выиграет, но. Я не понимаю, как это сделать. Вот. Я знаю, как Диамеду выиграть. Вот это я легко вижу. Тут даже думать особо не надо. Единственное, что. Единственное, что было удачно у многогрыза. Что он не пробивался. Средне Среднеклассово. Да, да, есть такое. <свят> <свят> ну, не умер как бы удачно. И скатер просто суперский, где ни одного вампира. <свят> ну, среднеудачно. <свят> Извините, пожалуйста. Но это... Это среднеудачно. Нагогры... Да, еще единичка нажаж. Ну да. Среднеудачно. Нагогрызу. Сейчас чувствуется. Все, все лицо в э, средней удаче. Вот. Ну да, в общем, не ППОши. Это да. Че, как, как, как у вас там все? Средняя удача. Да, да, ну средняя удача. Все лицо у многогрызов средней удачи. Прям пора бы его как бы, почистить лицо от средней удачи, но не удается. Ну, не кинул волком 1-1 довольно удачно. Ну, ладно, минус гард хорошо. Признаю. Минус гард довольно удачно. Правда, в той ситуации, когда все уже очень плохо, но... Ну, хорошо. Ну, камень мог бы и убить. Да, да, да. Он не убил ведь. Знаете, что-то бабушка была доброй, а могла ведь и бритвой по, по, по глазам. Извините. Среднеудачно. Хорошее слово. Ситар умеет делать эти мемы, как бы. Разрулил. Среднеудачно. Вот как бы. Да. Я сегодня чувствовал, как меня среднеудачил Андет и Хуман. Прям там. Там что-то очень среднеудачно было. Вот. Ну, нормас. Ой, ребята, блин, Wargaming э, дарит код на 14, э, на 14 дней премиум аккаунта. Может, в жопу ББ в танке временно вернусь? Ну, э? 14 дней премиум аккаунта. А? А? Пау нормас. <Стит> <тит> Извини, Роэлем, -E это очень тупая, но очень смешная шутка. Серьезно. Блин, <сейчас> как мне жалко на конечно. Мы тут смеемся, смеемся. Я... Я-то понимаю просто, как неприятно вла... Господи, как говно, какое же это говно. Ну, что-то как-то по ощущениям это уже не среднеудачно. Что-то прям совсем тоскливое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нормально. Ну, Но ми минус два на лосе, как бы. Типикал вампиры. Абсолютно нормально, ребята. Минус два на лосе, еще один пробитый лежит, как бы типичный и среднеудачный лос от вампиров. Вот. Да, пробитая в глубине поля это истинная классика, как бы. Камень еще постарался, прям повыцеливал. Спасибо, что не убил. Вот. Да, кстати, еще одна новость про коронавирус. Вот. Турнир смертельная битва отменен. Ну, вот так вот. Об этом лично сообщили шаолинские монахи, ответственные за проведение турнира на земле. Рейден очень серьезно относится к угрозе и заботится о безопасности бойцов. Еще, конечно, не все потеряно. В данный момент рассматривается возможность проведения турнира во внешнем мире, вот, докладывает пресс-служба Шаукана. У них пока нету никаких признаков коронавируса, вот. Бдымц, да. Ну а что делать, Сталин? Это всякое веселее, чем смотреть на то, как у многогрыза Sentido. средние кубы. Вот. Среднеудачные кубы. Там была и другая шутка насчет того, что у Терешковой же есть, как называется, удачно средние да, да. У Терешковой же есть такая, как называется-то, Ой, забыл название это. Седина, вот, там было. Синдел предложила обнулить сроки Шаукана. Ну, 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 среднеудачные кубы. Не убил? Не убил. Хорошо. В принципе, в принципе, успех. Предок Сиваков. Тентакли. Везде тентакли. Ну, значит, ценник на Баннер Лорд. Будет стоить... Рублей 800, я тебе гарантирую. И это, и это еще я... Еще я тебе скажу, что ты, это я еще завысил, наверное. Это же будет ранний доступ еще ко всему прочему. Я думаю, Баннер Лорд... Ну, ладно, вот самое страшное, что может быть с Баннер Лордом, он будет стоить, ну, там, 1200, например. Я не верю, что Баннер Лорд может стоить каких-то больших денег. Вот. Ну да, в районе косаря плюс-минус рублей 300. Я, я так думаю. Сомневаюсь, что что-то больше. Ну, мне, даже, мне кажется, даже полторы тысячи кажется очень большой цифрой для, для баннер-лорда. Ну, посмотрим, посмотрим. Ничего себе, это где такая новость? А, вы, в стиме уже есть такой ценник или как бы... Ну, что-то что слабо верится, конечно, но из их твиттера... Е5. Не, ну будет региональный ценник, я уверен. Охренеть, конечно. чего то как-то... Не ожидал. Ты меня удивил, да. Ну, ценника, да. Я, не... я только что зашел проверить. Ценника нет. Ну, я в любом случае куплю. Я точно знаю, что даже если он будет стоить как AAA игра, я имею в виду 2 к я куплю. Вот если она будет стоить... сейчас... сейчас хочу... 49,99 долларов в рублях. Это сколько сейчас? 4000! Извините. Вот, если она будет стоить 4000... Ну, я четко даже не знаю. Ладно, я подумаю. Ну, если 2К, то я возьму. Ладно. 2К я возьму, но, блин. за 4К я не возьму, для... это. это Психологическая. Ну ка Ну да! Ну, средние кубы, конечно, как бы. Ну, что бы. Че бы. Ну перекинул средние кубы, ребята. Перекинул средние кубы, значит, нормас. Нормас, нормас. Перекинул средние кубы. Все. Не парься, цены на плойку еще не поменяли. Но мне кажется, очень быстро это не должно быть. Не, на самом деле, Баннер Лорд надо купить до 1 апреля, потому что 1 апреля, как бы, закончится наш договор с ОПЕК, который есть на данный момент, и понесется. Так что, как бы, если вам казалось, что рубль упал, он еще даже не начал, скорее всего. Вот. Это, это я говорю не с целью подкола, а как бы так, так оно примерно и есть. Вот. Так что лучше игры покупать до 1 апреля. Вот. Блин, подожди, мне стало интересно. Сейчас я хочу зайти. Как называется эта игра так сейчас? Пасфайндер. Пасфайндер. А как называется? А, раз оф... Что-то там сейчас. Врас оф Райтериос. Сейчас хочу найти. Кикстартер. Там еще можно вложиться просто? Я хочу узнать. Или уже закончилась сбор. Ну, 28 долларов. Так, окей. 40 Digital. Блин, ну за 40 нет, за 28. Я думаю, может реально зайти, купить сейчас за 28 э, бачей, как бы поддержав на этом, как бы, а? Нифига, у них есть даже вклады за 1000. У них есть за 10 тысяч долларов. Один бекер 10 тысяч. За 5 тысяч бекеров 3-3 бекера. За 4 тысячи 3 бекера. За 2-3 бекера. За 1502 бекера. Слушайте, за 750 баксов аж. Сколько там бекеров? 20 бекеров. Ну, примерно Коба... Не, на самом деле это не Steam делает. Это же делает в основном те, кто игру продает. Поэтому, например, зайти... зайди, на игры EA и Ubisoft в Steam и удивись, как игры бородатых годов стоят по тысяче, полторы, две. Там такое есть, я проверял. Ну, вот. Ну, Nintendo вообще устроит адок, я не сомневаюсь. Давайте ради интереса я вам скажу, что вы можете получить за 10 тысяч долларов, поддержав второй Pathfinder. Значит, ну, собственно, копию игры. Вот. Особый значок на форуме и особую роль в Дискорде. Вот. Имя в титрах. Окей. Пачку разнообразных ингеймовских предметов. Uh, digital артбук. Еще кучу разных диджитал артбуков. О! Одного из боссов назовут вашим именем. Uh, прикольно. Uh, вот. Ранний доступ к бете. Окей. Okay. Uh, зал славы в игре. Uh, вот боксовую версию игры, подписанную всеми разработчиками. Напечатанный мануал. Пак стикеров. Металлический значочек. Прикольный, кстати. И еще версия игры Collector's Box. Вот так вот. Реальный артбук. Мировая карта на ткани. Футболка. 120-миллиметровая фигура раскрашенная. Видимо, кого-то из этих... А, как называют демоническую расу у меня вылетело, Вот. Еще виниловая ОСТ. лолкек, Прикольно. Твой портрет в игре. Dice Tower. Это такая реальная штука будет. Я не знаю, как это описать. А! Лол, и еще вечеринка с разработчиками в Москве. Блин, ну, у меня нет 10 тысяч долларов, так что ладно. Э -э, тифлинг. По-моему, фигурка Тифлинга, но я не уверен. Хотя нет, слушай, дьявольские крылья, скорее всего, дьявол или дев. Не знаю. Могу скинуть картинку в чатик, а ты сам это угадаешь. Не, ну спо... кто у нас самый умный в чате? Спиетолог. Я думаю, спиритолог тоже согласится, что рублю еще поплохеет. У нас ну, вроде он самый такой, это, как бы, прошаренный чел. Ну, спасибо, что не один-один и не же... А, один-один на броню. Не там. Извините. Не удержался, честно. Честно, не удержался. Я помню, как на Гагрис очень круто нагнул, по-моему, Артемиса Блэка в очень похожей ситуации. Или, или это был Круцифайер, не помню. Но это было давно и неправда. что за игра? Пасфайндер новый. Ну, который сейчас создается. Притом, как бы, они намеревались собрать 300 тысяч долларов на доп-контент к А в итоге собрали 2 миллиона долларов. Охренеть, конечно. Артемиса, окей. Ну, я сегодня почитал немножко литературы на эту тему и создалось впечатление, что там прям как-то выразится то, -то. Н -н Нет уверенности, что мы сможем очень долго мериться. Ну, посмотрим, конечно. Честно говоря, просто все это очень пугающе. Вот. Ну, вообще, как бы, два куба в мяч есть. В смысле, вполне реальные. То есть, э -э, удар сюда отталкиваем. Этот черт дает ассист, а пятисильный из ГФИ дает два куба. А еще можно и у МБП Ошером попытаться. Ну, многоагрессор решил рискнуть как бы нас, нас не уронят, понятно. Я бы сказал, что думаю об Игоре Ивановиче, но боюсь, за это уже и посадить могут. Вот. Так что лучше промолчу. У нас как не посмотришь, половина управленцев ведут себя как Игорь Ивановича. Нет, я еще очень мягко сказал. Красиво разыграл Ногагресс. Не спорю, молодца. Не, ну, я в целом, как бы, несмотря на то, что Pathfinder из-за багов немножко поджег мою задницу. Я все равно очень лояльно отношусь, и если меня спросят, то порекомендую эту игру почти, почти кому угодно. Но если вы обладаете человеческой речью... Скажем так, я от игры ждал значительно меньшего. Вот прям значительно меньшего. Мне, кстати, кажется, что Дио мог бы, например, дать блиц сюда, в... в это, и вместе с гордом и вместе с Щупалами сесть на мяч. Ради интереса. То есть играм бы. Не, ну почему? Мне просто кажется, что для игры, которая условно пози... позиционируется как интеллектуальная, хотя я уверен, что не все так скажут. В ней очень много э, гринда. Ну, на позднем этапе игры или в среднем этапе. Нет, наверное, на позднем. Э, и в игре очень много квестов, которые можно было бы подать интереснее. Хотя глобальный сюжет прикольный. То есть, в целом, я к игре как бы... Мне прям понравилось. Прям не ожидал. То есть, я купил ее сразу с DLC за 1000... Тысячу... Не помню, за сейчас скажу, кстати. Не буду врать. Благо, Steam там это эм... об аккаунте. Ща... Сейчас скажу. История покупок. 1186 рублей. Это как бы Explorer Edition и 3 DLC. И мне очень понравилось. Вот. Прям замечательно. Сейчас будет интересно, но сейчас придется немножко пометать кубов, по ощущениям. Просто мне кажется, что Дио хочет тебя заставить забить прямо сейчас, или через ход. За это время он, скорее всего, успеет тебя доразрулить, прости господи. Но посмотрим. Коба, ты прямо читаешь мысли э, спиритолога, который сказал, что такие бесты не имеют права на существование. Это вы, это вы, все меня переиначиваете со времен э, знаменитого этого, как его называют-то? Со времен знаменитого дерева непрухи, у которого тоже был как бы блок Мув, по-моему, про гард, Ну вот. Это в а какую информацию, Рейвен, ты имеешь в виду? Ну... Вау! Ну правда, Регин сработал как часы, но приятно, приятно. Шансы повысились. Не, по-моему, сбор средств уже закончен, но я не уверен. По-моему, сбор средств уже закончен, я не знаю, где посмотреть. Тут что-то как-то очень странно сделано. Я, честно говоря, просто на Кикстартере редко сижу. Поэтому мне трудно понять. Сейчас Ногагресс собирается делать какую-то грязь по ощущениям. Это не точно, конечно. Закончилось. Ну, жалко, они э, не добрали этот э, еще один престиж класс, который про. Э, хантера и динозавров. Вот. Ну чё, а, а мне кажется, многогресс немножко рисковый. То есть, меня не покидает ощущение, что сейчас гипноз. Просто не очень хочется бегать вокруг э, тентаклей. Вы меня понимаете. И не хочется бегать вокруг таклов. Но здесь как бы есть два стула, оба не очень. Нагогрыз собирается побежать мимо тентаклей. Ну, я понимаю, агила она такая. Так. Ну, ты оху... <coughs> Извините. Ты, конечно, очень нагло отыграл. Ты ведь мог прибежать мимо тентаклей э, один раз. Или ты один раз пробежал? Нет, ты два раза мимо тентаклей пробежал-то, нагогрыз. Почему ты просто не побежал с Агилой на пофиг один раз мимо тентаклей? Ну, если ты хотел морально, морально надкусить Диамеда, то получилось здорово. Я думаю, сейчас морально Диамед уничтожен. Ты ответил, э, как бы, дайсингом на дайсинг. Но, но конечно, как бы, что-то что-то жестко. Да, это, многогрыз, ты что делаешь? Хватит, хватит дайсить. Хватит дайсить на Гагрыс. Но я все равно, когда игра выйдет, пусть даже если в раннем доступе, я денежку занесу. То есть, если человек что-то делает хорошо, лучше его поддержать. Ну, это, конечно, мое такое мнение. Но мне, конечно, щупальца были по. Пап... Ну хрен его знает, ладно. Тебе виднее. Но если бы ты сейчас увяз бы второй раз в Тентаклях, было бы как бы очень грустно. Ну, я понимаю, Даш, ты четвертая сила против четвертой силы. Что можешь победить силу, только сила? Блин, Мишандра куда-то пропал. Я что-то как-то так смотрю. Кого последний раз был, кстати? А, понятно, да. Да, 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 да. МБ? МБ? Клавса? Что? Я не понял. Какая МБ Клавса? Не дайсинг, ребята. Ну, это не дайсинг, да. Понятно. Все как обычно. Ничего нового. Вообще ничего нового, как бы. Абсолютно стандартно. Да, выравнивание где-то. Я, я согласен. что то конечно, Диамет дайсит и дайсит. Дайсит и дайсит. Пора, пора бы уже начать-то выравнивание. Только не выравнивание в могилу, а какое-то еще такое. Или у, или у игры потенциально нет желания делать матч интересным. А делать его как обычно. Как обычно, бесшансовое говно, в котором Нургли выигрывают. Ну ладно. Не, там Диамет, конечно, может пожаловаться на пробой местами. Будет ОТ. А что такое ОТ? Но если будет ничья, то будет дополнительное время, если ты об этом. Это плей-офф, это 1-8. Ну вот. Как бы мы с Брайтом уже молодцы, прошли дальше. А тут ребятам надо еще поковыряться. Ну какая-нибудь смерть еще, да? Ну да, 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 да. Почему нет? Я вообще не удивлен. Очень интересно. Pathfinder это что-то типа Пилросов и Baldur's Gate? Ну... Да, наверное, да. Можно и так сказать. Только в какой-то очень специфической вселенной. Вот. Но она мне нравится. Ну, Диамет может пожаловаться на то, что у тебя еще игроки на поле остались, потому что с таким дайсингом он должен был тебя уничтожить. Извините. Я просто не смотрел, но хотел поиграть, мне нравятся такие игры. Ну, но если у тебя есть много времени, ты готов читать много текста и так далее и тому подобное, то обязательно поиграй, без шуток. Иг игруля просто топич. Мне очень понравилось. Ну что, видимо, многогрыз блицанет э вампиром и побежит вперед. Я, я подозреваю. По крайней мере, это самая читающаяся идея. Ну да, ну да. Спасибо, что не один один. Привет, Алекс. А видели, что приложуху контакта изменили? Прям, прям сильно изменили. Там без бутылки не разберешься. И мне что-то вообще не понравилось. Хотя они, они, они еще, кстати, туда вложили эти э, Как это называется-то? Они еще туда вложили кучу э, всяких сервисов mail.ru. Вот. Кстати, слышали историю о том, что в Америке всем дали по, по 1000 долларов из-за коронавируса, типа там ТРП, поддержка нации. Ну, вот Сергей Собянин обязал москвичей старше 65 и людей с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. И им выплатят. Сейчас все встали. Дим России заиграл и гимн Москвы тоже, если он есть. Им выплатят по 4000 рублей компенсации. Шедро. Меня очень удивило еще, что там... Как это выразиться то Когда говорили про коронавирус в России, что было зарегистрировано что-то там в районе 50 или там 70 случаев в 50 там или 30 регионах. Это как-то очень странно. Потому что обычно как-то стихийный побольше. Ну да ладно. Ну так щедро, ведь какой сейчас курс 80, так за рубль дают 80. Вообще, бедная америкос, как бы. Тут надо пошутить и сказать про э, то, что теперь-то за доллар 80 рублей, как бы. А, а. Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Александра Жарова. А еще Жаров же сейчас, по-моему, в «Газпром-медиа» идет. А я тут, кстати, удивился. Есть такой политолог Словей. И он приходит на эхо Москвы и такой начинает говорить загадками. Типа, там, блин, что-то такое творится прям, пачаны, что ух, ух, как бы. И, 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 никогда не говорит конкретики, понимаете? То есть он говорит о том, что вот везде ата Израиль, у Владимира Владимировича какие-то особые, как бы, Штуки и так далее. И, и при этом он не говорит, как говорит, у меня есть свои источники. Но он умный дядька, но, блин, слушать его всерьез тяжело, потому что он всегда говорит загадками. Так вот. А тут случился прикол, что его эфир, который был на Эхо Москвы в особом мнении, последний. Из-за него хотели заблокировать весь сайт Эхо Москвы, потому что он там распространяет... Я, я, я знаю, спиритолог, что, по-моему, при цене нефти за, сколько там, 80 или 60 долларов, вся экономика мира должна погибнуть, как бы. Владимир Владимирович рассказывал. Не знаю, как там сейчас на самом деле, но я помню, я помню. Два ГФИ. Ну, наконец-то, не, рер, не реролл, да, это правильно. Но многогрыз тут, не, скорее всего, не, по, не посталит. Ну, мне вспоминается еще старая другая шутка насчет того, что... Как, -как, -как же она звучала-то? Горевать надо не тогда, когда за рубль дают столько-то там... За евро... За рубль дают столько-то там евро или что-то. Хорошо, что еще по морде не дают. На горы жесткий, но не получилось, но жесткий. Многогрыз очень жесткий. Что за херня? А что тебя удивляет? Это же Диамет. Это абсолютно обычная, обычная контра Диамеда в сложной ситуации. Диамед же сказал, что он играет серьезно. Ты думал, что при серьезной игре не будет как бы дайсинга? Ну ты наивный, многогрыз. На ну как бы было очевидно, что будет дайсинг. Ты как бы это. Сух тебе лет-то, господи. Чит-машина работает по полной. Не дает ни одного шанса. Может даже не начинать. Это еще спасибо, что вампир не умер на дадже. Вот. Где мое выравнивание? А выравнивание только ошибка. Ну почему ошибка? Он собирался типа помарчить моровичка с гипнозом скорее всего. Ну, сейчас, да, сейчас будет выбивание. Еще пробой. Похоже на ГГ. Очень похоже на ГГ. Но мне кажется, надо было забивать. Вот. Ну, один-один, конечно, такое, да. Тоскливенькое. Самое обидное, что как бы теперь-то даже забивать-то неким, потому что оно сейчас упадет, будет ПО, будет сломание, мяч будет подобран, реролл. А -а -а. нужно не пробить. Не пробой. Ну, конечно, пробой. Ну, да, с колоколом. ГГ. Ну, странно, что не в руки зверю, конечно. Ну да, чтобы, чтобы Нургли клеточку поставили вокруг мяча. Очень интересный матч. Очень интересный матч. Ошибки было кидать 1-1 на даджи, очевидно же. В Москве электронное дистанционное голосование по поправкам в Конституцию будет идти 4 дня с 19 по 22 апреля, как сообщает Мосгоризбирком. избирком Тут шутеха неплохая. Чувак такой сидит в виртуальных наушниках, в виртуальных этих очках. Вот. Вау, все так реалистично. И там блютень. Вы не против поправок в Конституцию? Да, не против, нет, не против. Надо ли было сталить? Я думаю, нет. Мне кажется, лучше было рискнуть и дефаться. Но как бы... Да <environments> тут и так, и так весь матч на каких-то адовых дайсах, если честно. Надо было забивать, чтобы, ну... Надеяться там на подъемы колоколов, на то, что Диамет что-нибудь пофейлит. Но как бы... Получилось как обычно, да. Жаль. Ну, честно говоря, это срань какая-то, а не матч. Тут как бы среднеудачные кубы Ситара такие, что... Я не знаю, я бы, спасибо, я бы как-нибудь... Никак в жизни не хотел бы видеть такие, э, прости господи, среднеудачные кубы, вот. Я не знаю, как можно выигрывать с такими среднеудачными кубами, простите. Обычно после такой сдачи хочется игру удалить. Вот. И еще дать пороже тому, кто э -э как называется-то Делал этот рандомайзер. Вот. Ну, никто не говорил о том, что если ты кидаешь миллиард единиц, то твоя... Вот это и есть выравнивание, многогрыз. Ты кидаешь единицы, а диаметр кидает шестерки. Учись, как бы. Так оно работает. Ну, сейчас придется делать какую-то грязь. Я не знаю, какую. Две жажды! Ну, ну да! Ну, почему нет? Ну, действительно, ну, две жажды, я считаю, самое то, как бы. И мерзкие... Ну, да, очень интересно. Вообще прям... Ну, офигеть просто интрига, ребята. Просто-просто интрига. Сре среднеудачные дайсы у Нагагрыза просто, ребят. Просто-просто немножко среднеудачных дайсов занесли, как? Здравствуйте. Здравствуйте, это среднеудачные дайсы пришли в гости. Вам понравилось? Да. А можно, пожалуйста, чтобы они больше никогда не приходили? Вот. Очень well, хорошо, что я не нагогрыз сейчас. <с 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 Не, ну, многогрыз, конечно, рисково сталил, но, честно, глядя на эту сдачу, как бы, тяжело кинуть в человека камень. Я, как вампир, даже не удивлен. Не, ну, слушай, тут весь матч. Тут прям у многогрыза сдача была такая, что етить-колотить. Ну, расслабься, Нагагрыс, расслабься. Говорю, здесь уже такое, что прям слов нет. Сегодня, как говорится, не день Бэкхэма. Ну, давай убийство, чтобы было поприятнее. Да? По-дружески, пяткой насмерть. Ну, окей. Заслужил, да, да. Не знаю, вот я именно за такие матчи просто ненавижу ББ, честно. Даже при том, что я как бы сейчас не играю, только смотрю, но мне хватает просмотра, чтобы... Ну, не то, чтобы прямо горело, ну так, подгорало слегка. Мне очень легко представить мне очень легко представить себя на месте, собственно говоря, многогрыза. Ну, воин нормально. Ну да, почему нет, как бы. Две травмы нанес за матч без всяких там МБ, ПО, там, вампирчика убил теперь это. Ну да, да, да. Очень интересно. Очень интересно. Никогда такого не было. Очень хочу увидеть итоговые дайсы, честно. Ну, это, ну, не знаю, этот матч можно было не смотреть. Опыт лег хорошо, в принципе. Ну, давайте ознакомимся, так скажем, с планом. DG-70, травма 70, броня, да, ну ладно, окей, окей. Жажда 80, хотя по ощущениям она была намного хуже, вот. Профи очень удачный, очень удачный профи. Ну, мерзкий, мерзкий вид чуть-чуть говеннее, чем должен был быть. Имеется для ногогрыза. Ну, Реген космический. Единственное, спринты были неплохие. Ну, подборчики тоже веселые. Хороший матч прям. М -м да, стандартные спринты 95. Аб абсолютно 100. Сто... Подбор 100%. Угу. Угу. В принципе, я, я что-то не сильно удивлю. А здесь почему-то профи 50%. Странно. Да, по подбору 40 еще хорошо смотрится. Прикольно. Очень интересный матч.